В Елабужском институте КФУ вновь прошли занятия в рамках проекта «Детский университет». Ребят ждали новые знания и их любимые преподаватели. Юные ученые смогли посетить практические занятия, познавательные лекции, викторину. А для родителей в это время была организована лекция, на которой они обсудили спорные моменты воспитания детей. Маленькие почемучки не только узнали о том, как правильно распоряжаться деньгами, но и вспомнили вежливые слова и поговорили о том, кто такой воспитанный человек. Увлекательно и интересно прошел мастер-класс с героями игры «Майнкрафт». На занятии дети, выполняя разные задания по построению мира в «Майнкрафт», освоили блочное программирование. Занятие прошло в игровой форме, в результате ребята, управляя действиями героев, смогли создать модели целых миров. Эти навыки сейчас нужны всем абсолютно, потому что мир технологизируется, очень многие устройства требуют навыков программирования. Сегодня с учителем вспомнил вежливые слова, и я буду применять их в разговоры. Строить дома могут не только люди, но и животные. Об этом ребята узнали на познавательной лекции «Животные-строители». А в завершении учебного дня в детском университете прошла викторина по следам истории Елабужского института. Новые удивительные открытия ждут вас на следующем занятии детского университета. Оксана Чеканова, пресс-служба Елабужского института КФУ.